Друзья, всем привет! Мы приехали в Сеул на Инсадон. И у девчонок здесь сейчас какие-то будут съемки в каком-то своем кафе. А я, наверное, погуляю по улочкам и поснимаю. Не первый раз уже, конечно, но... Сегодня ужасная у нас экология. Оповещение пришло такое. Чрезвычайное положение. Сказали из дома не выходить без противогазов. Вот. Но иностранцы этого, конечно, не замечают. Гелик, покажись! Ангелина! Вот у нее мой тепленочек с маской. Даже папа у нас маску надел впервые. Смотрите, какие здесь интересные встречаются здания. Это вот из какого-то вообще цельного дерева. А, это галерея какая-то. Картины здесь рассматривают. Угу. Прикольное здание. Это из дерева, это из бетона. Просто бетон. Сейчас модно так отделывать здание. Просто бетон. И на фоне бетона вот такая табличка. Очень красиво. Мне нравится минимализм такой. А вон там из ржавого железа. Тоже сейчас последний пик моды. Это поржавевшее вот такое вот железо. Отделывают им здания, фасады, вывески. Вот. Все стили модные можно здесь углядеть. На одной улице. Соня в кофте. Говорит, что ей не холодно. Не знаю. Сегодня у нас... Видите? Вот оповещение приходит о качестве воздуха. И чак. Чак означает, что это просто катастрофа. И без противогаза выходить нельзя на улицу. Вот все корейцы обязательно, видите, в масочках. А иностранцы все без масок. Вот. Так, а температура воздуха? Сейчас. Температура воздуха 7 градусов. Тепло, в принципе, тепло. Ну, мне в пуховике и то прохладно. А Совка вон морж у нас. Ей в кофте не холодно. Я тоже молодая такая была. Видите, какие фасады? А здесь вообще дерево с бетоном. Все перемешано. И это какая-то булочная. Дерево и бетон. Видите, как круто. А, и здесь еще и железо ржавое. Все вместе совместили, короче. Ржавое железо, дерево и бетон. Варламов бы оценил сейчас. Так, а где мои-то? Все, я их потеряла. Это вот такие отделы для кей-поперов. Для армии так называемых, да? Здесь всякие открытки, наклейки и все такое. Все с любимыми звездами. Мощение тоже всякое разное. Тут и большие плиты, и маленькие камушки, и асфальт. Все есть. Так как здесь могут проезжать машины. Машины, люди, все вместе. Как правило, на таких улицах. Чарасо? Нашли? Маска сего? Я
안녕하세요. 여러분, 수피아입니다. 제가 오늘은 이제 주말에 인사동을 놀러 왔는데요. 인사동에 호불 카페가 있더라고요. 여러분들, 간이니 다이어리 다 아시죠? 그 카페 와봤습니다. 바로 한번 들어가 보도록 할게요. Ладно, уж зайду, так уж и быть. На, мне не надо, вот сюда поставь гелик. Вот так выглядит слайм-кафе. И это студия для ютуберов. Сейчас вот так вот студии оформляют везде, потому что все мечтают стать ютуберами. И это такая вот фишка сейчас. И смотрите, какой вид из окна. У нас старинные крыши, здания корейские традиционные. Так, круто, такое крутое сочетание, скажите же. Не одно это кажется. И да, муж сейчас тоже делает у себя на заводе такое слайм-кафе. И тоже вот такую вот студию, где желающие могут снять ролик. Вот. Такие пирожки. Фэнни Афэн? Да, здесь тоже знаменитые ютуберы содержат это кафе. В принципе, они пригласили нас, поэтому мы пришли. А, вот, и Ангелинка там фанатеет от девочки одной. Она младше Софьи, но старше Ангелины. И вот они сейчас идут поздороваться. И Ангелина вся от стеснения покраснела, как рак вареный. А? Эпопе? Ой, Гели, я не могу. Стеснятушка. Спасибо. Да, это очень знаменитые ютуберы. Не знаю, сколько у них подписчиков. Видите, насколько популярны эти кафе, слайм-кафе, столько народу. В общем, это такая золотая жила сейчас в Корее. И я думаю, скоро это перекинется и на наши страны. Поэтому, если кто-то хочет стать, так сказать, первоисточником этого бизнеса, давайте, дерзайте, люди, дерзайте, это золотая жила. Прикиньте, это кафе располагается на 4 этажах. 4 этажа кафе. Офигеть. Я представляю, какая здесь аренда на самой дорогой земле в Сеуле. Прикиньте, сколько стоит мост. А, это вот крыша. И здесь есть на крыше. Прикиньте, как круто. Анджелина, Фенни, Афен. Кесок дорога. Круто очень, прикиньте. А, как классно здесь. О! Вот здесь на старинный Сеул вид открывается. Видите крыши? Им по нескольку сотен лет, этим крышам. Очень круто. Чутая яги. Да, здесь в теплое время года. Ну и сейчас, конечно, тепло, но в теплое время года здесь прикольно на крыше. В Корее, как вы знаете, ну может еще не знаете, крыши всегда используются. На крышах всегда, практически на каждом здании, на крыше всегда есть вот что-то подобное. И это очень здорово. На некоторых крышах
каких-то больших и дорогих зданиях есть и бассейны, там и клубы, и все такое. А на небольших, на маленьких зданиях все равно как-то так обустроено. У некоторых огороды, деревья, сады. Видите, вон там на крыше растут елки, прям лес целый на крыше. То есть крыши всегда такие пространства общественные. Это очень круто. Да, друзья, в Корее тоже есть попрошайки. В основном они выглядят вот так. И бомжи есть, и попрошайки. А, и вот на таких туристических улицах... Вот. И все бомжи тоже сконцентрированы на главном вокзале сеульском. Вот, у них там ночлежки свои, их там кормят, их там моют, одевают. Вот поэтому все в Корее и есть, как и в любой другой стране. Но в основном, повторюсь, это сконцентрировано на самых туристических улицах. В других районах этого нет. Наш папа устанавливает технику Осмо. Это когда телефон к нему цепляешь, видео получается плавным. Вы что, Ланды? Лиса? У Софьи на главной заставке стоит из Гарри Поттера девочка. Не знаю, как зовут. А? Батюшки мои, какие зайчики миленькие. Это на ключи брелочки. Не знаю, у кого в Корее есть ключи, но может быть у кого-то есть. А, кстати, не только на ключи, можно на сумку вешать. В основном корейцы вешают на сумки, на рюкзаки, потому что ключей здесь ни у кого практически нет. Кодовые замки в Корее у всех. А что это, Ангелина, тебе понравилось? Лягушки? Лягушки здесь есть. Прям в воде. Это уже только ленивый не снимал в Корее, ну ладно. Может, кто-то еще не видел, поэтому я засниму, как это делают. 우리 너네가 키 작으니까 너 앞머리 너가 앞으로 와 앞으로 와서 여기 같이 구경해 우리 친구도 키 작은 친구들이 앞으로 어디 아 잘 봐요 이게 꿀이에요 꿀 꿀 가루는 밀가루가 아니고 옥수수 전분 가루 옥수수 가루 쿠쿠루자나 먹하라고 하잖아요 쿠쿠루자나 먹하라고 꿀과 옥수수 가루로 만들 건데 요게 그냥 보통 꿀이 아니고 숙성을 시켜놓은 꿀이에요 숙성 그래서 꿀이 엄청나게 단단해요 놀라면 이렇게 딱딱해요 이대로 먹으면 이빨 아파요 그래서 먹을 수 있게 실로 만들 건데 먼저 나무로 구멍을 뚫고 반대편도 뻥 뚫면 단단했던 꿀 덩어리가 도너츠가 됐죠 요거를 손으로만 늘려요 조금씩 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 가늘고 가늘고 가늘게 늘리고 늘리고 늘려서 엄마 머리카락보다 얇고도 가느다란 16,000 가닥이나 되는 실로 만든 거예요 16,000 옛날에는 임금님 왕들이 드셨다던 임금님 과자 임금님 까까를 만들 거예요 이게 한 개가 됐죠 한 개를 더하면 두 개 네 개 여덟 개 두 배씩 늘어납니다 16 32 64 128 256 512 가닥에 1000 가닥이 완성이 돼요
2,000 가닥이 됐고요. 4,000 가닥이 됐고요. 8,000 가닥이. 마지막 머리카락보다 얇고도 가느다란 16,000이 하나 둘 셋 하면 아시죠? 엘사 머리카락이 샤라라라라 박수. 2탄도 보여줄게. 2탄 자 여기로 오세요. 3순 따라서 여기로 이동. 반발자국시 이동. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 하시겠죠? 그래서 고래 한번 잘라요. 한번 더 기억이 찔러서 안에다가는 설탕이 아니고 몸에 좋은 아몬드, 검정깨, 견과류, 뭐 아라히스, 민달 뭐 이런 거 넣는 거예요. 다음부터는 앞머리 저기 미용실 가서 잘라. 맞지? 빠빠. 스파시바. 스파시바. 이게 아까 보셨죠? 짠. 이거를 열어야 돼요. 어때? 코카는 쇼카 프리아다. 브리즈카 코카는. 번데기 그 먹어볼래? 번데기 같아. 번데기 언니 먼저 먹어. 좋아요? 와 부드러워. 나도 달콤해. 달콤해. 어디야? 익스프레소도 마시고요. 먹을래? 남은 거 냉동실에 얼려달라. 사실은 Ангелинка очень осторожничает с какой-то новой едой. Подожди, у кого-то усики выросли. А что? Да, кут. Нет. Я сладкое не люблю. Только вам вчера. Вчера. А я все продолжаю любоваться фасадами. Каких здесь только нет. Смотрите, это вообще из чего? А, это какой-то черный кирпич. Очень интересно уложенный. Смотрите, как прикольно смотрится. Черный кирпич и стекло. Очень круто. У корейцев всегда все соответствует последней моде. Как только становится не модно, они это сносят и строят модное. Ну, может, отделку просто меняют, здания остаются, но отделка меняется. А здесь вот уже в старинном стиле, в традиционном корейском стиле. Это вот такая черепица. Черепица вот так вот уложенная. И получается вот такой узор. И играет традиционная музыка. И здесь, наверное, шьют традиционные какие-то костюмы. Это вот утепленный вариант ханбока. Иногда встречаются вот такие прям настоящие традиционные корейские здания. Старинные. Вот видите, можно фотосессию в ханбоках здесь себе устроить. Это улица, повторюсь, Инсадан. Туристическая улица, и в принципе все, кто приезжает в Корею, иностранцы, они здесь гуляют, потому что здесь можно купить всякие сувениры, какую-то традиционную корейскую посуду, одежду. Не китайский ширпотреб, хотя китайского тоже хватает, но здесь можно найти прямо аутентичные такие корейские старые вещи. Вот она, видите? Корея, как в аниме. Провода вот эти вот, улочки маленькие. Видите, сколько проводов? Паутины проводов. Сейчас в старых районах города специально оставляют такие вот улочки. История.
история, как ни крути. Поэтому очень хорошо, что остаются такие где-то уголки, а аутентично, иначе был бы сплошной. Нет! Thank you.